Прошу, уроки жонглирования булыжниками. Ровно через одну минуту. А пока послушайте полезную информацию о марихуане. Марихуана – уличное название. Травка, анаша, косяк, маша, Мария Ивановна, солома, план, дым, зелень, зеленый дядя, кусок, грелка, петрушка, химка. Дага, джау, круг, дурь. Последствия приема марихуаны. Ослабленная сопротивляемость обычным болезням, простудам, бронхиту и т.д. Подавление иммунной системы, расстройство роста, количество, уменьшение количества аномальных клеток в теле, уменьшение содержания мужских половых гормонов, быстрое разрушение волокон легких и необратимая патология тканей мозга, снижение сексуальной потенции, трудности в обучении, снижение способности получать и усваивать информацию, апатия, сонливость, недостаток мотивации, изменение личностных характеристик и настроения, неспособность ясно осознавать окружающее. Скажи «нет» наркотикам, скажи «да» жизни. Не употребляй наркотики, употребление наркотиков – смерть, смерть, смерть. А сейчас состоится, пожалуй, самое суровое и брутальное уличное шоу Санкт-Петербурга – уроки жонглирования булыжниками. Не проходим мимо, смотрим, учимся. Ставьте лайк и рассказывайте друзьям, если понравилось это видео. Пока!